Понятное дело, что это «Спартак». Понятно, что «Спартак» сегодня вышел умирать. Это их единственный шанс спасти сезон. В любом случае обидно. Аппетит приходит во время еды, поэтому... Я считаю, что мы в любом случае мы играли сегодня не чтобы крупно не проиграть. Мы искали счастье в атаке, но «Спартак» оказался сильнее. Будем работать, расти. Переписали историю красноярского футбола. Теперь надо заново ее переписывать, еще шажочек сделать. Будьте с нами. И когда мы вот здесь играем, и когда мы, грубо говоря, не можем КамАЗ обыграть, только все вместе мы сможем добиться того, чего хотим. Конечно, обидно сегодня проиграть в такой игре, но мы безумно благодарны. Благодарны за то, что не один болельщик, а целая трибуна болельщиков нас поддерживали. И мы искренне благодарим. И поддерживайте нас всегда так же тепло, так же просто своими улыбками, своими сообщениями. Нам очень сильно приятно, и мы безумно вас благодарим. Спасибо вам, дорогие болельщики. Игра была интересная, тяжелая, наверное. В принципе, соперник хороший на таком стадионе. Болельщики поддерживали команду «Спартак». Мы своих слышали. Как бы обидно за результат, но вот так бывает. Жизнь на этом не заканчивается. У нас еще чемпионат, осталось две игры, приходить, поддерживать, потому что поддержка их очень важна, мы их слышим. Все негативные эмоции, когда мы выигрываем, позитивные тоже. Хотелось бы, чтобы побольше людей приходили на стадион.